Две молодые женщины загинули под колами техника Брест-Гомель. Вядома, что яны переходили пути по обсталяванным переезде. У причинах трагедии теперь разбирается следший комитет. А транспортная милиция у черговый раз звертается до пешеходов и автомобилистов быть уважливыми на этих участках дороги. У студзені минулого года не зафиксовали ніводнага здарэння, а у гэтым уже 5. Транспортная милиция б'е тревогу. Год только пачаўся, а статыстыка здарэння на чыгунцы со смяротным заходом уже пополняется. Причины наезду техника на пешеходу усё часцей называют чалавечую бестурботность. 20 числа, буквально на днях, произошло смертельное травмирование двух женщин, которые переходили железнодорожные пути перед близко идущим поездом по железнодорожному пути. К сожалению, да, они были травмированы. В этом месяце это уже зарегистрировано 5 смертельных травмирований, 3 факта, 4 факта со смертельным исходом, вот, которые погибли граждане. Ну, это в основном личная неосторожность граждан при нахождении на объектах железнодорожного транспорта. Где находились все потерпелые у алкогольного опьянения, зараз высветляют специалисты. Але вядома, что у минулым годе две трагедии на чыгунцы отбылись именовито с нецвярозыми пешеходами. Транспортная милиция еще раз вертая увагу. При средней хуткости техника, а это больше за 120 км в годину, шлях торможения состава доходит до километру. Спыниться хутка перед пешеходом такий транспорт не может. Катерина Булатецкая, Игорь Хвятшеня, областные новины, Брест.